бальный поход. В кафе «Гараж». Всем привет. О, единственный нормальный культурный человек. Всем привет. О, все повернулись. Здесь все. Это, как сказать, толстый, очень толстый шнур. Здесь все. Я чувствую, сейчас в 74-м будет очень весело. Да. Мы идем в гараж праздновать День Валентина. Сейчас, короче, в гараж придем, там инструменты, девятка поломанная стоит. Будем чинить. Да. Увидимся позже. Ой, диджея намыло. Так, сейчас, давай что-нибудь скажем. Итак, это мы едем в кафе «Гараж». Сегодня 14 февраля, мы празднуем День Валентина. Татьяна и майонез. Мы сейчас едем впереди, у нас сидящие, сейчас мы вам покажем, наши друзья, одногруппники, собутыльники, одноклассники и так далее, и так далее. Одноклассники. Да, не смешно. Ну, не смешно. Вот, сейчас мы вам покажем всех людей. Вот это мой автобус. Вот это Дмитрий. Вот, а Азамат, он что-то грустный, не знаю, что. Вот, Дмитрий. Дима! Дима! Так, там впереди Азамат с Дмитрием. Вот, Юля. Вот, Юля сидит впереди, должна сидеть, если не помню, не ошибаюсь, Кристина и Альбина. Вот, они там впереди сидят. Берешь, там Зорина сидит. А? Там Зорина сидит, ты берешь. В смысле Зорина? Какая Зорина? В смысле Зорина? Короче, Зорина с нами не была. Примок. В нашем группе только добавился, мы его не знаем. В общем, это мы едем на 74-м, на новом 74-м с Wi-Fi. Но ни хрена не работает, но зато и с Wi-Fi. Всех видно. Само собой. Целый наш ряд прямо. Целый батальон. Едем, не знаем куда. А, не, в гараж поедем. Прямиком в ад. Вот такая скорость, да? Задний ряд разнесло. Прикинь, под такую музыку в ад, да, спускаться? Спокойная такая, да? Никто не перечет нашу водную границу. Соберись, тряпка. Ё-моё! Чё? Пиво давно не пил. Прям. Салам алейкум. Ой, я сок томата так люблю. Тоже давно не пил. Я тоже скажу тост. Маленький. Большой тост. Что-то погромче. Ну давайте. Никак. Азамата не снимали, потому что он черный. Не говори мне. Это все потому, что я черный. Слезы даже. Не могу, это хорошая камера? Она черная, она не видна. Точно хорошая. Да? Черная наоборот была. Да. Мне вот это больше нравится. Братья и сестры. Сестры и братья. Сестры. Убирать что ли? Поднимем бокалы. Так неинтересно. За... Банки. Банки. Поднимем банки за открытие замечательного места, где будут собираться друзья иногда. Да не будет иногда, проводиться, что? Где будут проводиться фотосессии. Да, и обрабатываться, да, все это будет. Очень рад, что принял участие в этом мероприятии по созданию такого места. Маленькую часть я принял, но все равно. Да, не маленькая. Не маленькая, да. Не малая. Не малая. Вот. Мы все приняли участие. Нес свой склад, так сказать. Особенно я горд, что стены получились чистыми. Постарался. Кстати, да. А мы-то как раз. Не надо, шедевральные стены тоже нужны.
А мы еще тканью закроем, а мы забыли. Еще, я мало выпил. Тоже Аллах. Я. Не развейте, пожалуйста. А что там было? Дима, что с тобой? Он пидаш подавился. Не в ту горло. Ну это... George of the jungle, strong as he can be. Золотые, это золотые слова Саши Грек. Не в ту горло. Извините, что созваниваешься? Трубку взяла, ой, Рамзес, подождите, в то горло. Ухо слона. Это еврейский хлеб? Еврейский? Почему еврейский? Еврейский хлеб. Ухо слона. Арабский хлеб. Мать, он ли? Спрашивайте у меня, как же называется? Маца. Маца? Прикольно. Ну когда выгодно, да? Не, я же говорю, в каждом из нас живет маленький, но очень добрый еврей. Похлопаем. Не надо. Пожалуйста, не снимай. Пожалуйста. Ой, Тань, да вы говорите. Да как пьяный? Вот тост я вырежу, а вот это вставлю. Я хочу поздравить вас с открытием вашей фото-видео-студии. Смотри, здесь все норм. Тихо. Давайте будешь держать банку над вот этим. А то не дай бог. Хочу пожелать, чтобы она у вас процветала, чтобы больше клиентов к вам обращалось, чтобы вы никогда не ссорились, чтобы ваши партнерские взаимоотношения всегда были в норме. Не нервничайте попусту, хорошо? В общем, вот так вот. И еще хочу поздравить с днем влюбленных всех. Счастья, здоровья. Типа, ну класс, блин. Блин, три праздника тогда сегодня вообще. Какой еще? Да, еще. Ты че? Зачем ты меня оскорбляешь? Такое забыть. Как ты мог? Вообще не поздравили даже нас никто. Я поздравила. Только она. Я неделю назад. Когда 40 лет будет, это дата. Тихо, не перебивайте. В общем, всего хорошего, любви вам, счастья, здоровья. Самое главное – здоровье. Не болейте, работайте, зарабатывайте бабки. Все будет нифигово. С Новым годом! Абитуриент! Моя трубочка! Потеряли! Не у меня! О, теперь с пивом будет хлеб. Кстати, банки реально анализные банки похожи. Как и Новый год. Эти? Да. Это обычные испаганные за анализ банки. Да? Да, это испаганные за банки обычные. Под майонез? Да. Сочи. Тань, давай, раз. Давайте на камеру, да, реальный спорт. Реально спорт уже. Я вам на пачку снекерсов. На коробку, да? Нет, мне не интересно, я их выиграл однажды. Объелся. Хорошо. А что, мне работает? Давай на... Не работает. У тебя побрито там все нормально? Да. Давай на Рамзеса. Давай на Рамзеса. Мой сучка. Давайте спорьте быстрее. Рамзес уже не знает, кому подвинуться. Давай на одну пиццу. На одну пиццу ты. Да, все нормально. Которую вы мне купите, да? А я тебе пиццу. Я бью тебя тоже. С ложным соусом. Договорились. Пожалуйста, можно. Вы о чем вообще замолчили?